каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Майнинг с вами, всем привет, и сегодня с реакцией на видео от Брайана, которое называется «Я ненавижу сочинение». Окей, погнали смотреть. Сочинение. У него, все равно у него почерк лучше, чем у меня. Ботан! Пиши за меня, да? Дай еще тетрадку. Сюда нашу под рубашкой тетрадку. Под одну тетрадку. Ты губишь. Бедный ботан, мне его жалко. Ботан! Окей. Сейчас в игры играться, ВКонтакте сидеть. Лучшая подруга. Привет, нет. Что делаешь? А, мы сейчас в парке аттракционов. Прикинь, тут новый появился, мы уже третий раз идем, а потом поедем в аквапарк отмечать мой день рождения, а потом этот шикарный ужин в ресторане «Седьмое небо», а потом мы отказывались на 3 дня, а потом... Знаешь что? С днем рождения! Сучка! Сучка! О, она так много написала, аж... Сочинение. Все, бит сейчас будет. Ну, прикольно, кстати. Блин, с этим Брайан постарался. Он вообще очень, бля, очень круто. У меня нет слов. Как бы это... Со мной много работы уходит на это. Так, все, надо просто это поесть. Очень круто. Как вообще можно что-то придумать на голодный желудок? Жиза. Хорошо ходит. Так сексуально, скажем. О, тигра, ты тоже хочешь есть? Сейчас я дам тебе перекусить. А что они чипсы в холодильнике делают? Вот, пока все не съешь, я не сойду с этого места. Сочинение подождет. Аппетит кота важнее. Чертов кот! Ах ты рыжая дрянь! Вот как куплю лазер, вот ты у меня попляшешь! Чипсончики. К чему приводит лень? Ах, да ну хрен ладно. Узнает, к чему. Блин, уже вечер. Так, все, начинаю писать. Эй. Оливия, иди ко мне. What the fuck? Это я, диван. Диван? Иди ко мне. Так, Господь. И зачем я только смешала чипсы с кошачьей едой? Так, сейчас я просто напишу сочинение, и все пройдет. Да бросьте сочинение. Идем плавать. Водичка хороша. Что за херня? Даже крепота начинается какая-то. Я, походу, сошла с ума. Помоги, я писала сочинение, а там... Конечно, пойдем, я помогу. Сочинение скоро будет готово. Такая простая тема, чтобы спокойнее написать. Я уже 8-ю страницу пишу, а ты? Я 228-ю, а ты? А я 1337-ю, а ты? А, будешь? Боже мой. What the fuck? Да что ж происходит? Не, ну это вообще круто сделано. Экстренная новость. Местная лентяйка Оливия до сих пор не написала ни одной страницы своего сочинения, которое она должна сдать уже завтра. Она хоть понимает, к чему это приведет? Слава богу, это был сон. Ну как там твое сочинение? Вот так вот. Боже мой. Ставь лайк, если хочешь. Такая странная вещь. А также подписывайся.
Ребята, ссылочка на оригинал в описании, все как обычно, перейдите, подпишитесь на Брайана, если вам понравилось, если вам понравилась моя реакция, можете подписаться на меня, поставите лайк, подписаться на мою группу ВКонтакте, на мою личную страничку ВКонтакте, и будьте молодцом. Всем удачи, ребят, всем пока-пока.